если ты хочешь сделать мне приятно, и чтобы я почувствовала себя твоей леди, твоей женщиной, мне было бы очень приятно получить от тебя букет, парфюм, айфон. Следующий вариант, то есть прикрепить свои данные через подарок. Если мужчина пробует написать в чате или написать письмо, я ему пишу, что сайт блокирует. И если он просит меня написать, там, например, дай мне свои контакты, я ему просто точки пишу, вот, и говорю, видишь? И он говорит, нет. Я говорю, видишь? Ну, сайт блокирует. Вот, если он серьезно настроен, он отправляет подарок. Вот, обычно я говорю, ну, самый дешевый, подари, все нормально будет, и обменяемся, будем общаться вне сайта. Ну, я делаю как? Я создаю имейл девочке, там фоточку ей креплю, и как бы периодически общаюсь с ним, да, на почте, и говорю, что ты понимаешь, мне нужно как бы и на сайте общаться, и как бы, ну, я нахожу слова, чтобы он еще и на сайте общался. Что в этой ситуации выкручиваться не нужно, нужно брать ситуацию в свои руки и давить на мужчину, пользуясь всякими приемами, которые мы уже знаем или приобретаем. Например? На работе. Говоря о том, что контактную информацию ты можешь мне передать с помощью подарков. Подарков есть огромное количество на сайте. От парфюм до айфонов. Тут уже зависит от вашей фантазии, от того, как вы готовите, как вы общаетесь с этим мужчиной. Зачастую они не против. То есть главное дать ему понять, что это чуть ли не единственный способ, чтобы передать его информацию к девушке. То есть они прекрасно это понимают, они иногда упираются, нет, нет, отчаянно пытаются сбросить свои данные в чате, но, к счастью, этих данных не видно, потому что они заблокированы, и мы открыто им пишем, что это заблокировано, если ты хочешь сделать мне приятно, и чтобы я почувствовала себя твоей леди, твоей женщиной, мне было бы очень приятно получить от тебя букет, парфюм, айфон. А есть другие пути? Через телефонный звонок. Но я лично для себя не вижу выгоды в этом, потому что я не получаю денег за телефонный звонок. Я хочу получить большой процент за мой большой подарок. Все. Супер схема. Have you been searching for a beautiful wife? Do you dream of meeting the perfect woman, but haven't found her? Well, imagine if there was a simple way this could all change for you. Imagine if there was a Canadian marriage agency that would introduce you to as many beautiful women as it takes until you find the one. Ukraine. A lost world of beautiful traditional women. At last, a place where you can find the beautiful wife you have always dreamed of. Every Ukrainian woman dreams of having a happy family. Now you can have a traditional beautiful wife from Ukraine, creating happy family memories forever. So what are you waiting for? Register right now and Skype our beautiful ladies completely free. So what makes us different, you might ask? Why not ask Google simply by searching Match Guarantee Reviews?